привет, с вами Жанна Хэмбри, с вами Мирам Хореография, вы находитесь. Итак, наш кусочек начинается с того, что мы уходим в правую сторону, скрывая правую коленку. Вместе с этим руки у нас будут в таком положении, прижатые локтями к себе. И затем мы будем ручки поднимать наверх, и правая ножка будет у нас также задираться. После этого мы будем подставлять правую к левой, руки будут уходить за спину, и мы будем скрывать два раза коленки наружу. Вместе с этим у нас будет волна корпуса два раза. И дальше мы будем набегать вперед. Мы набегаем на правую ножку. Вместе с этим руки у нас проворачиваются к себе в кулаках. После этого на левую. Такое же движение руками. И снова на правую. Руки пистолетом будут проворачиваться к себе. И переходим еще раз на левую ножку вперед. И руки у нас раскрываются в сторону. После этого мы садимся вниз. Руки у нас перед собой накрест, правая сверху. Мы поднимаем левое бедро, заворачивая коленку внутрь, правое бедро. После этого мы встаем. Руки у нас через проворот к себе идут наверх над головой. И у нас попадание на левую ножку один раз. И вместе с этим у нас будут ручки уходить с этого положения сюда около живота. И у нас раскрывается правое, левое, правое, левое. И затем у нас будет переход, руки перед собой у нас в таком жесте, и мы их поднимаем наверх вместе с акцентом головы. Пам. После этого руки у нас перед собой тыльной стороной к себе идут накрест, мы закрываем лицо, наступаем на правую ножку, раскрываем левую, затем наоборот раскрываем правую, и наступаем на правую, и у нас поворачивается голова в правую сторону. Руки идут за себя. После этого мы снова поднимаем руки в такое же положение над головой и будем раскрывать три раза, при этом руки над будут идти вниз. Пам, пам, пам. На четвертый нам нужно будет раскрыть руки в стороны, и затем они идут к себе. Правая у нас сверху, левая снизу. После этого правая у нас уходит в сторону, левая переходит к правому плечу, затем у нас идет на лоб. После этого мы подставляем правую к левой, правая идет по руке. Здесь у нас небольшой переход, закрываем левую ручку. И после этого уходим немножко в сторону. Вместе с этим правая ручка уходит от тела, левая раскрывается перед собой в таком жесте и смахивается в сторону. И идет вторая часть перевода. Мы начинаем с того, что у нас ножка идет накрест левая за правую, рука будет раскрываться полным крылочком назад. И затем мы будем спрыгивать на две ножки, поворачиваться в левую сторону вместе с левой рукой. И затем поворачиваться на центр, руки у нас за головой, затем находится на грудной клетке. После этого уходим вниз, затем спрыгиваем на две ножки, руки у нас остаются на бедрах и поднимается голова. Здесь мы сделаем несколько счетов, после этого снова спрыгиваемся на две ножки, эта ручка у нас будет вдоль тела раскрыта таким образом, и правая будет делать точку раз, два на центр и три наверх. И после этого мы ее соединяем снова с левой ручкой. После этого у нас будет раскрытие рук правой над головой, будет уходить сюда перед лицом. Левая просто будет подсоединяться к нашей талии. Да. И мы будем напрыгивать на правую ножку, чтобы сделать небольшой ромб левой ножки. И мы наступаем левой ножкой, чтобы делать ромб. И здесь у нас акцент как раз на правую руку, которая у нас идет около лица. И после этого мы разворачиваемся через правое плечо. Затем у нас правая ручка раскрывается перед собой, уводится наверх. После этого присоединяется к ней левая ручка. Мы раскрываем в стороны и присаживаемся на левое бедро, раскрывая правое. Затем мы подсоединяем ручки к себе, чтобы сделать акцент вперед и сделать круг грудной клетки. Затем мы переходим на другую сторону, делаем ручки к себе акцентом. После этого левая у нас уходит по талии вниз. Правая будет идти около лица, закрываться медленно пальчиками по очереди. Затем мы перешагиваем снова слева направо на центр. Рука у нас перед лицом в этот момент раскрывается таким образом. Затем проворачиваемся кистью от нас. Мы здесь стоим один счет. После этого руки идут накрест к себе вниз, снова к себе. И раскрытие таким образом, что мы
И на этом наш кусочек заканчивается. Собираем все под счет. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, и 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1. Окей. Собираем эти кусочки по 50, 70, 80, 5 и 100%.